15 апреля 2021 года в историко-мемориальном отделе Иркутского областного художественного музея усадьбе Владимира Платоновича Сукачева открывается выставка, посвященная ветерану Великой Отечественной войны Станиславскому Александру Ивановичу. Выставка открывается в рамках многолетнего проекта «Память жива». Этот проект проходит в усадьбе Сукачева уже на протяжении долгих лет, и каждый раз она посвящена героям Великой Отечественной войны, ветеранам. И на сегодняшний день мы открываем выставку, посвященную Станиславскому Александру Ивановичу. Это ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны. Александр Иванович был призван на фронт в 1944 году. Он занимался тем, что он запускал в боевые вылеты самолеты. Его вклад в победу Великой Отечественной войны, конечно, значителен. Поскольку вообще выставка приурочена к 360-й годовщине города Иркутска, к 76-й годовщине победы Великой Отечественной войны и к 96-й годовщине вот самого Александра Ивановича Станиславского. Вот и дожил он до таких лет и сам лично пришел к нам на открытие выставки. Интересные материалы, уникальные фотографии периода Великой Отечественной войны, многие из которых сделаны Александром Ивановичем Станиславским. Он еще со школы любитель был фотодела, фотографировал. Вот посмотрите уникальные фотографии его однополчан. Александр Иванович, спасибо вам за победу. Сегодня, вчера отмечалось 96-летие со дня рождения. К сожалению, в прошлом году из-за ковида не смогли провести в музее. Музеи были закрыты, но посчастливилось в этом году организовать и открыть эту уникальную выставку. И поприветствуем нашего ветерана Александра Ивановича Станиславского. 96 лет! Приветствуем, приветствуем вас. Сидите, сидите, все. Сегодня присутствуют родственники, внук Артемий, присутствует сегодня правнук, вернее, да. Значит, ученики, учащиеся 14-й школы города Иркутска, представители военкомата Свердловского округа города Иркутска, сапкома КПРФ, летчики, командиры Восточно-Сибирского управления гражданской авиации, председатель Совета ветеранов Свердловского округа города Иркутского, Дубянский, присутствует. Вся мужского крепкого объятия, да старой фляги, так вкуснее вино, да громкой песни не запрещено, да взгляда в окна не затемнено. Почти детьми вы были до войны, и вас она проверила на деле. И пламенем ее освещены, впервые вы друг друга разглядели. И потому вам дорог этот свет, что бой идет, что труден путь народа. Проверка смертью шла 4 года. Проверка жизнью длится много лет. Великая Отечественная война страшным катком прокатилась по всей нашей стране, в том числе и по нашей Иркутской области и по городу Иркутску. Только из нашей Иркутской области на фронт ушло более 200 тысяч бойцов. 79 тысяч, каждый третий, не вернулся на родную Иркутскую землю. Так получилось, что с Вадимом Алтуховым, с оператором, нам приходилось пройти по местам боев в Смоленской области. Мы, будучи вместе с поисковиками, за 40 минут набрали килограмм осколков.
И поэтому, что такое война, мы знаем не только понаслышке, не только из книг, не только из рассказов наших отцов, но также знаем, как тяжело далась война и тем, кто был в оккупации, и тем, кто сражался, и тем, кто защищал нашу Родину здесь, в Тылу. Поэтому мы благодарны тому, что вы сумели сохранить уникальные документы, уникальные фотографии, особенно фотографии. Мой отец, который воевал под Ржевом в 42-м году, он говорил, фронтовики не любили фотографироваться, потому что была такая примета на фронте. Сфотографируешься, и тебя убьют. Вы фотографировали и остались живы. И это счастье. Это счастье для ваших близких и родных. Это счастье для нашего города Иркутска. Живой историей, живой правдой, которую они несут вам. А эту правду вы должны потом пронести через всю свою жизнь. Правду о нашей стране, правду о Великой Отечественной войне, которую сейчас пытаются исковеркать. Ребята, встречайтесь. Их осталось не так много. Тех живых легенд, которые отстояли независимость нашей Родины. Тогда Союза Советских Социалистических Республик. И сейчас стоят на защите нашей России, Российской Федерации. Они ходят к вам в школы, несут ту правду, правду, которую вы должны осознать, правильно осознать и нести потом. Ребята, действительно ловите эти минуты, встречайтесь, встречайтесь. Встречайтесь с такими людьми, как вот Чупров сидит Сергей. Его отец воевал, всю войну прошел. 3 ордена боевого красного знамени, 2 ордена красной звезды. Встречайтесь, он тоже много расскажет о нем. Приходите в музей, вот такой музей. И вот такие мероприятия, которые организовывает действительно наш музей. И, кстати, ребята, Николай Федорович вам расскажет очень много о наших ветеранах. Поэтому человека, который воевал, человек, который имеет боевые ордена, медали. Спасибо вам, ребята, что вы приходите и сохраняйте, и прошу, сохраните память. Память о нашей Родине, память о наших ветеранах, ваших предках, прадедушках, прабабушках. Потому что и ваши прапрабабушки тоже самое принимали участие. И вот живая легенда перед вами сейчас. Поняли, да? И посмотрите сейчас в музее фотографии. И еще раз хочу спасибо вам, ребята, что вы приходите. Успехов вам! А Александру Ивановичу долгих лет жизни! Но за время боевых действий я выпускал, я был механиком самолета, я выпускал в основном военные действия, это Ил-2, штурмовики. А в конце войны я перешел в истребительную авиацию. Ну, так распорядилось руководство. Так надо было. Мы подготовили... Целую дивизию готовили, но наш полк отдельно был. Подготовили самолеты для передачи их полякам.
И тут напало немецкие самолеты, напали на наш аэродром, и порядка 21 самолет сразу сожгли. Это новенькие самолеты. И много самолетов искалеченных было. Ну, что я им должен сказать? Мне повезло страшно в этом отношении. Под бомбежку я не попал. Под бомбежку попала одна из помещений. Оно закопанное в земле было. И бомба попала в это помещение. И мы человек... 7 человек мы сразу похоронили. И много осталось раненых. Ну, прошу прощения, я остался живой. Хорошо это или нехорошо, но, значит, вот это меня, мое счастье было. Я в то время не погиб. Я читаю. Вы только вздумайтесь. Если каждого из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне почтить минутой молчания, мир замолчит более чем на 50 лет. Представляете? И если все погибшие пройдут парадом памяти, эта колонна будет идти 19 суток. Ну, я испытываю гордость за то, что мой дед жив, и я могу его видеть. И то, что таких людей, которые прошли войну, остается все меньше и меньше.